4 июня этого года начался Петров пост. Этот пост длится до праздника первоверховных апостола Петра и Павла. Поэтому этот пост и называется Петров, или еще он называется апостольский. Длительность этого поста в разные годы бывает разная, как от 60 дней почти, так до 8. Зависит эта продолжительность поста от дня празднования Пасхи. Так как Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы, праздник Святой Троицы начинается, празднуется в 50-й день после Пасхи, соответственно, переходящий, соответственно, и день начала Петрова поста каждый год разный. Заканчивается он всегда в одно и то же время, 12 июля. Поэтому продолжительность этого поста разная. Для чего нужен, для чего установила Святая Церковь этот пост? Как говорят святые отцы, есть время празднования, есть время, когда нам нужно задуматься о молитве, о наших грехах, о наших страстях. Прошел, казалось бы, Великий пост, мы об этом уже думали. Но потом у нас было 50 дней радости, 50 дней ликования, когда мы вкушали все, что угодно практически, и ни в чем себя не ограничивали. Отпраздновав Пятидесятницу, нам нужно снова восстановить свое молитвенное настроение, в первую очередь, восстановить те духовные силы, которые мы порой потратили в праздники. Для этого Святая Церковь и установила Петров пост, для того, чтобы мы понимали дни празднования и дни, когда нам нужно сугубо помолиться за себя. Ведь каждый день нашей жизни мы должны в первую очередь посвящать Богу. Каким образом? В молитве. Пусть мы трудимся на каком-то производстве, но молитву же нам никто не мешает исполнять в течение дня. Когда мы приходим на какое-нибудь свое рабочее место, то мы всегда можем помолиться в тайне. Ведь Господь нам воздает все, явит то, что мы делаем тайно. Мы не должны показывать на показ, что мы такие молитвенники, мы такие праведники. Все, что мы делаем в тайне, Господь нам воздаст яви. Поэтому время Петрова поста как раз подходящее время для того, чтобы восстановить свои духовные силы после празднования Пятидесятницы и Пасхи и продолжить свой молитвенный настрой. По строгости этот пост сродни рождественскому. В среду и в пятницу разрешается вкушение горячей пищи с маслом по монастырскому уставу, а среди недели, с понедельника по воскресенье, кроме среды и пятницы, разрешается вкушение рыбы. Поэтому по строгости этот пост очень нестрогий. Единственное его ограничение – это в продолжительности.